В общем, дом жив. А вон там я вижу уже минус один дом. Помните, там ставят дом Мефодия? Его уже... Его же нету. Так, надеюсь, так не признаешь, Энфи, что у вас интрижка с Йонией? Нет, братишка, он об этом не узнает. Позвонить? Я, возможно, там турель убьет. Проверь, она будет тебя атаковать или нет? Ну да. Немножечко она как бы работает, ребятки, неожиданно. Блять, опасная там турель, оказывается, ребят. Просто убивают нахрен. Только надо бы еды какой. У меня, в принципе, еда есть, но зачем, как говорится, тратить свою еду, если можно взять чужую еды. Детишки, как успехи? Опа! Вики, привет! Здорово, Виги. Как дела у тебя? Потиху. Если что, это мой друг тут сейчас. Да, ради бога, ладно, все, размножайтесь. Виги затесался в ряды рабочего класса. Давно я не работал. Ну, пока солнце высоко, ребята, пойдем поработаем. Солнце светит. А дальше, наверное, лучше не говорить, это забанят. Я, можно на твоем серваке играть, могу, если мне 10 годиков? Да, у нас сервер только до 10 годиков. Я, наверное, единственный, у кого на сервере остались снайперки. Мне челики, которые ушли, перестали играть, они отдали весь свой лут. Поэтому, мужики, можете меня рейдить. У меня две самых лучших снайперки на этом сервере. Это которые Орда? Это которые, не знаю, как, кто они там. Это которых мы недавно убили, да? Нет, это они нас убивали всех. Не, ну мы потом же зарейдили их. Нет. А кого мы зарейдили? Я не знаю. Так, у меня 1300 серы есть. Ой, у меня же еще руды целая куча. Чуваку надо 20 тысяч серы. 20 тысяч серы? 20 тысяч серы? Я не знаю, зачем ему столько. Он там какие-то сишки делает, хочет кого-то зарейдить. Говорят, деревянные копьями по дереву можно хорошо так ломать вот эту фигню. Ну-ка, сейчас проверим. Вообще хп я должен видеть как-то, ребят? Она ломается вот так вот или нет? Ой, я получил плюс один дерево, странно. Она ломается вообще вот так вот, ребят, или нет? Кто подскажет? Вроде по идее должна ломаться, это ж копье. Она точно коцается? Блин, я помню, как-то мне челики показывали, что она должна ломаться. Слева стенку быстрее поломать вот эту, чем дверь. Да блин, я ни то и ни то хп не вижу. А, вот, вот, ну-ка. Хп отобразилось. А у этой двери... Слушай, ну да, ты прав. Вот эту стену быстрее поломать. Все. Это мой первый рейд дома, ребята. В одиночку дома ломаем чей-то. Нормально, поехали, мужички. Работаем. Деревянным копьем ломаем деревянные брусья. Илидан ждал, и мы тоже подождем. Ну, нормально, уже 300% отнял. Нормально, хорошо. Вот что бывает, когда ты ставишь стенку не той стороной, ребята. До конца стрима будешь ломать? Ломай стену, которая закрыта дверью. Не-не-не-не-не. А вдруг у него там еще стена? И еще стена. Так что не надо, ребят. Мы вот эту стену поломаем, и там разберемся. Ну вот эти две стены у него, видите, плохие. А не проще ли топором? Ну да, можно и топором на самом деле, ты прав. Блин, он ломается довольно-таки быстро. Все, у меня больше нет топора, ребят. Зато у меня есть ряд копий, так что надо копии ломать. Чекни дом снаружи. Да я вроде его обходил кругом. Точно до конца стрима, да нормально. Ну, фигня осталась, мужички, сейчас все будет. Так. 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 Так, окей, мужики, что-то я... Специально взял грузовую, чтобы у нее все поместились, там 6 мест. Только нельзя к ней подходить, а то там турели стоят, я проверял. Ну что, мужики, пойду свой первый рейд. Это уже будет второй рейд. Но первый был немножко неудачный. Ничего, ничего, сейчас мы ту дверь доковыряем. Там дверь, по сути, самая слабая должна быть. У меня вопрос, там деревянные двери или металлические? Деревянные. Так давай я тебе огнемет дам, ты просто двери сожжешь. Да, у меня есть бензопила. Так огнеметом в 10 раз быстрее. У меня есть бензопила. Он не ищет легких путей. Я только что копьями стену ломал, так что не надо мне огнемет, спасибо.
компьютер наведения, камера видеонаблюдения и 10 МВК. Но тебе придется самому электричество проводить. Mm-hmm. И нужно 3 замочка. Огнемет, говоришь, у тебя есть, да? То мне какая-то китайская секундочку. Бензопила попалась. Теперь в Эсвиге счет 2-0. Или, наверное, проще почти не будет. Секунду. О, щит, она меня убить может. Кто-то там серу обещал. Мне, ну, я хочу поехали. Еще сделать бойницу. Хочу еще бойницу сделать. О! Блять! На самом верху. Все, 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 оно горит, прекрати, остановись. Я сделал это палкой! Да нет, мед потратить. Нет, я сделал это палкой! Ну у меня палок просто много, надо их. Ладно. Найс лут. Можно убивать ионита, пока дай добавить с него жир. Спасибо. То есть ты подходишь, как в Майнкрафте, кулаками бьешь. Как ебать! Есть такое подозрение, то что он не заряжен. Давай проверим. Нахуй ты его убил? Это ж чувак просто в дудочку решил поиграть. Для лошади надо кормушку поставить, кормишь лошадь тыквами, угу, всякими овощами. А как и собираешь говно и удобряешь растения. Нихрена себе. Интересно, тут все проработано, что могу сказать. Юанит, на. Поехали. Панфлейта. Сил Сивс. Что за дерьмо, Виги? Вот чем развлекаются мужики 2 часа ночи, нормально. Я слышу, там кто-то хомячит мою еду! Нет, я ем тыкву. Конечно! Я тыкву жру, алло! Конечно! Тыкву ем, вот, смотри, вот, смотри, тыкву, вот. Видишь? Да, это и куски мяса куда-то все исчезли, блядь. Откажешь голодному нуждающему? Ну ладно, ладно, так уж и быть. За Альянс! О нет, смолки нападают! Обороняем крепости Штормграда! Выключи фонарь, а то что тебе прилетит. Они нас вычислили. Что будем делать? Джонни! Какие ваши доказательства? Давай их разъебем. В цыгане давно играл? Спиздили коня, цыгане у меня! Давай, давай! Кто кого, давай! Давай, давай, давай. Мне такое чувство, что меня кто-то заводит. Давай, давай, сюда иди. Подходи, подходи. Пещеру, а потом изнасилуют. Что там в кустах находится? Да? Я туда не пойду! Меня мама в кусты не заставляла ходить. Так, я у тебя в центральной комнате. Так нечестно, слушай. Можно строить или нет? Ну ладно, ладно. Два лося, две конины съел тебя. Это, кстати, было не конин, это был ты. За Альянс! Тихо. Мы же за Альянс. Блять, сзади. Что-то растерял-то свои навыки. Давай я вот так передом стану. На пушку запрыгивай, на мой писюн. Во, отлично. Да там не на что запрыгивать. За Альянс! За Орду. Хеллоу. Ой, он оружие взял. Кажется, кого-то идет убивать. А, понял. Убей его. Тут какие-то аборигены нас нападают, голожопые. С камнями на нас идут. Ебать, нахуй, это не наш. Скосил. Скосил. Кого ты скосил? А, понял.
Ну прикольненько это камень в крепость. Подарок. Какой? Может себе лучше оставишь? Спасибо. На. Это твой череп. На, детишки. Иди да, ко мне ТП срочно. Да я не пойду к тебе ТП, за какой смысл? Твой дом взрывают. Ну я честно скажу, там как бы вытать нечего в моем доме. Максимально нечего. То есть они его зарядят и на этом все. Это вопрос чести. Это вопрос чести. Сальянс! Да зачем ты выдаешь? Это мой дом, ушли быстро. Сальянс! Блядь!